Очередной раз встречаемся. Хотелось бы подвести сегодня какие-то итоги и уже перейти непосредственно к работам, как объявили выше ведущие. Пробежитесь, пожалуйста, по списку, посмотрите. Да, мы учли замечания прошлых собраний, сделали определенные выводы, посоветовались. У нас изменения по пункту 9 и 10. Прочитайте, пожалуйста. Еще раз повторюсь, для комплексной работы по этому всему микрорайону, который мы пытаемся вывести в ремонт, мы ввели еще два межквартальных проезда. Убрав тротуары, проверив, да, еще раз остановлюсь на тротуарах улицы Борисенко и улицы Мира, пожертвовали этими тротуарами, обследовали состояние их до следующего года. Все-таки выглядит удовлетворительным. Следующий год мы их перенесли. Но предлагаем вам внести пункт 9 и 10. Это межквартальные проезды в дому школьника, то есть в дому пионеров. Ну, давайте я договорю, хорошо. И проезд межквартальный к парку «Радуга детства». Объясню, опять же, еще раз повторюсь, для чего это делается. Обратите внимание, что весь комплекс ремонта автомобильных дорог выведен в один район. Все как-то комплексно закольцовано, все у нас будет одним микрорайоном закрыто. И не хотелось бы, еще как говорили на предыдущих собраниях, уходить одного места в другом. И оставив эти два межквартальных проезда не асфальтированными, не сделанными, будет как-то выглядеть, ну, по крайней мере, с нашей стороны неправильно. Вот так. А еще раз повторюсь, Мира и Борисенко на следующий год перенесем. Мы не можем физически, да, у всех есть свои желания, которые хотелось внести в этот год и заасфальтировать первоочередным образом. Но 200 миллионов не резиновость.